А где звук-то, блядь, что сегодня со звуком, ебаный свет? Ай-яй-яй! Нет. Че это, блядь, было? Отлично, двойная заставка. How can I be gay? My bitch is gay, my dad is gay, my mom is gay, my little bro is gay, my nuts is gay. Я, блядь, казах, я, блядь, украинец, я белорус, я... Чё, блядь? Вкалываю себе инсулин. Так. Ну, и начинает вот это делать. Слышишь, ты? Такая говорит, ты только родители мне говори. Когда будет долгий часовой обещанный стиль. А я ещё тогда, я ещё не понимаю, что это такое. А потом иглу, ну, шприц, и начинает себе... Моя последняя нервная клетка, когда все мои любимые стримеры запустили стрим в одно и то же время. Это Кашин? Это Кашин, блядь. Это Кашин? Жиза, жиза. Вы охуели, блядь. В смысле, все мои любимые стримеры. Есть один на Твиче любимый стример. И это... На сцене... Какой еще любимый стример? Вы о чем? Я не могу подрубать со всех каналов сразу, я подрубаю только у себя, у меня нет 2-го, 3-го, 10-го канала. Не, он есть, конечно, но я там не подрубаю. Ну так есть я, любимый стример, а не какие-то еще там 10 человек вышибли, с ума сошли, шо ли, ебаный свет. Зубарев, ну ладно, Зубарев, окей, тоже может быть любимым стримером, вроде, да. Ну, окей, два стримера, господи боже, блять, извини, конечно. Но мы не так часто в параллель друг другу стримим. И то, он пораньше заканчивает стрим. Я подрубаю, он кончает. Вот. Так что давайте вот не надо хуйней заниматься, блядь. Диппинс! Диппинс это мой любимый стример, но никак не ваш. Сейчас это видео досмотрим. Чего, блядь? Ага-га, это я когда бегу, когда Мазелла запустил стрим, на стрим, типа, бегу, ахаха. Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я... А я! У меня сразу получается играть моментально, потому что я умею играть в эту игру. У меня не то, чтобы киберспорт, у меня просто есть умение, у меня есть понимание игры. Я знаю, как... О, господи, блядь. Какой он догонял, где? Вы чё, блядь, что за тиктоки? Пиздец. О, не надо, блядь, это ужастики такие, страшилки мне снится будут. Значит, перед тем, как я начну, бля, я надеюсь, в интервью с Нейл Кика, ну, типа, такого не будет. Весь, все видео. И вопрос такой. Ну да, мы подойдем к этим вопросам. Хорошо. По факту. 900, ей 19, судьба свела, хе, не разбежаться. Чё? Убегай, давай, дыши, плюнай, дыши, похуй, мир, если бы Хес вылез со своей бомжатни в Америке за 5 рублей и поехал путешествовать по Европе. Бомжатня? За 5 рублей вы мою хату видели, алё, блядь. 3000 баксов в месяц, это по-вашему 5 рублей, ебай, я в ахуе, ебаный свет. Да, ты курс посмотри. Вот именно, блядь! Алиса! 3000 долларов в рублях. 183 900. Охуеть, блядь. Недавно, буквально недавно, это было 150 тысяч рублей, теперь уже 183 косаря, нахуй. Ёб твою мать, блядь. Это пиздец. Вы понимаете, я тут я живу, за квартиру плачу, блядь. Сегодня 150 тысяч, завтра нахуй 200 миллионов будет. Вот так ты живи в Америке. А касаемо путешествий по Европе, бля. Ребят, в следующем году и вообще, я считаю, что эта надпись, она неверная. Абсолютно и полностью. Вот, например, Братишкин вообще в Европе, по-моему, ни разу не был. А я-то Европу уже обкатал.
Так что кому-кому, блядь, а вот кому-то, вот кому-то. Был. Так, ребят, Турция и Китай не считаются за Европу, я считаю, блядь. Чему соболезнуешь? Моему хорошему контенту? Ты типичный бабл-квайсер. Еще раз, я увижу хейт. Бля, можешь мне тоже записать такое видео, как чисто пародия на Папича? Хасус. Мою сторону. Ну так же сесть на вопросы поотвечать. Буду отвечать, я буду сразу удалять. Иона-агент, да, Иона-агент. Да я Иона. Извиняюсь, я просто пошутил, все, все. Бля, вы слышали? Я сейчас буду, да? Да какого хуя? Кстати, а почему Муханжану никто не предъявляет за грудь и платье? Почему только на меня пиздят некоторые стримеры, что я клоун? Грудь тут натягиваю, и как это на самом деле недопустимо и плохо. Ужасно, как Хесус посмел, хайпует на этом. При этом у Ханжан. И никто ему ничего не говорит. Трусы нюхал? Не-не, мы сейчас начнем скоро нюхать. Сейчас после этого видоса, ребята, Лиска и Юлик, мы их трусы будем нюхать жестко. Чего я не знаю, правда или нет, проверить не могу. Мне написала девушка, при этом мне знакомая работает в стрипе, уехал в Питер. В истории выложила фотку с Мазелом и Юликом. Она сказала, что встретились на работе. Я отреагировала, что мне просто мега похуй. Но она рассказала, что когда они встретились в стрипухе, они сразу выебали ее мать. Блять. Это все бегут на стрим Братишкина, не потому что он Братишкина, а потому что увидели слово Юлик. Вообще-то здесь должно быть Хесус. Не, вообще да, все правильно. Потому что ко мне на стрим бегут, потому что там Хесус, а не Юлик. Да, блядь, про любого стримера, ебать, что это сейчас было? Который аж кудишку на стриме курит. Я считаю, что это куда намного хуже, чем казино и все и что-либо другое, блядь. Вот это вообще пиздец. Да, я не сам понял. Порой этого стримера какого-нибудь. Я ебал, это похоже на аж кудишку, это вообще член. Причем Братишкина. И в задницу сует. И тоже так, знаете, иногда мысли пробегают. Бля, а может попробовать? Так прикольно, блин. Пар изо рта идет. Я так понимаю, люди в ТикТоке крайне глупые, ну поэтому они в ТикТоке сидят. Вот. Нормально, надо попробовать. Они не могут даже отличить аж кудишку от кальяна, который, я... кстати, Братишкин захотел. Так и не понял. Это мы тогда с Братишкиным стримили, я помню этот стрим. Хотел, ну его в жопу. Шо? Шо? Мозгов тебя мало, автор. Здравствуйте, Денис. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу я решил твоя позвонить вам... Твоя мать, Илюха! Вам... Я нормально отношусь к Мазелову и даже люблю его. Но после этого случая... А почему именно Мазелов-то, я не понимаю? Все стримеры дружат с своими чатами. Ребят. Мы с вами дружим? Сука. Я вас, блять, всех перебаю! Уёбки, блять! Скучно им, нахуй! Я сижу, блять, уже который год, нахуй! Стримлю, блять, для них! Они приходят и пишут мне, скучно, нахуй! Иди, блять, погуляй на улицу! И мне потом еще говорят, что я агрессивный стример. Ебануться. Пузырь лопнул, блять. Ла-ла-ла, сори. Ты тебе скучно, блядь! И там ты узнаешь, что такое скучно, нахуй! Бамблби, трансформируйся. На работу надо. Пиздец, блядь. Я в ахуе. Я в ахуе нахуй просто. Это пиздец. Я причем не понимаю, как так случилось. Ну вы посмотрите, да? Есть два зуба. И они пиздец, там, километр расстояния, как между Тайванем и Китаем. Как так случилось, что сейчас они у меня друг на друга, блядь, зашли? Нет. Как, блядь? Да они были отдельно, да? На расстоянии. Сейчас просто, блядь, хуяк вот так вот. Сместились. Залезли друг на друга, я в аху. Нет. Да как нет-то? Я-то лучше свои зубы знаю, долбоёб, блядь. Ай, красота. Ебать. Формируйся. На работу надо. Пиздец. А чё изменилось-то? Просто рот прикрыл. На самом-то деле. Что надо? Просто закрыл рот.
Вот. А так даже не постарел, блядь, с того времени. Смотрите, здесь лицо. Здесь долбоёб 9-летний, я не знаю, сколько мне тут лет. Но где-то, наверное, столько. И здесь, блядь, 30. А разница, блядь, только в том, что рот закрытый. Ай, красота. Там. Я так хочу отправить. Ну и просто стал сексуальнее. В одиночный поход по Швеции, но понимаю, что этому не бывать. Просто потому, что я девушка, и потому, что меня один раз уже изнасиловали. Если честно, я бы не хотела повторять. По Швеции в поход? Бля, нет, если бы я был девушкой, и была бы какая-то вероятность этого. Швеция. Ебать, Швеция, как я слышал, это такая страна, знаете, ну там все очень строго. Плюс там богатые мужики. Ладно, неважно, короче. Этого опыта. Мне кажется, на меня всем похуй, понимаете? Мне, на меня в интернете всем похуй, да? Я в интернет, за интернет плачу, всем похуй. Что происходит? Я с кондиционером говорю, блядь, придите, почините, всем похуй. У меня... А, все понятно. Чё? Какая прекрасная жизнь. Братишкин Надежда смотрит стрим Хесса с Алиной. Счастливые, да? Счастливые, да? Счастливые мрази! Что ты лыбишься? Что ты лыбишься? Илья, можете ли... Реально же так и есть, ли? О, господи. Блядь. Невозможно смотреть, вот ощущение, что встал на... Мазелов, когда понял, что ему надо будет когда-то самому нести себе пиво, а не просить об этом Ксюшу. Пиздец. Много нас, а один. Это долька для ежа. Это только для чижа. Это только для путя. Это только для котя. А я. А я! Только для бобра. А тебя не было там? А! Для волка, как жура. Ты охуел? Козёл, блядь. Это пиздец. Короче... Нет. I love his potatoes, ёбаный. Я понял, короче, исходя из этого видоса, да и вообще из последних, Соболины, можно сделать вывод, что Соболина стала моим хейтером, походу, блядь. Алло, за шо, блядь? Шо нахуй такое? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Не-не, Соболина явно стала моим хейтером, по-любому. Теперь надо бы выяснить причину. Кто говорит, блядь? А, это вы? Да. Здравствуйте. Да. Я на всех стримах. Объясните, да, конечно! FM... А чё тогда меня унижают здесь, я не понял? На канале. Не знаю. Да, а что, директор Твича с голосом? Ты не знаю, вы директор Твича. Да? Соли ебали. Ты это мне сказал? Да, это тебе хуй. Выйди нахуй с комнаты, я сюда завалил. В одном областном центре живут супруги Павлючковы, Глеб и Жанна. 3 года назад в их семье произошла трагедия. Они потеряли единственного сына. 20-летний Алексей разбился в горах. Чтобы оправиться от горя... С каких пор Дрейк стал Алексеем? Супруги с головой ушли в собственное дело. Организовали маленькое турагентство. Глеб выполняет обязанности директора, Жанна – бухгалтер. Сегодня они вернулись домой поздно. Из-за важного клиента у них было много работы. Хочешь, ножки полно. Ой, не надо, вот мне ножки трогать. Что это за передача такая? Вот не надо ничего где-то делать. Почему ты со мной такая холодная?
Господи, Глеб, ну потому что погода холодная. Потому что я хочу горячего чая и спать. Я больше... Бля, не знаю, я один как-то вот, мне, ну, одному не смешно с таких нарезок, где когда кто-то подставляет голос чужой с какой-то передачи и просто нарезка моментов со стрима. Не знаю, я как-то... Ничего не хочу. Меня вообще не вставляют подобные нарезки. Почему? Почему ты так со мной разговариваешь? Ну как я с тобой разговариваю? Блядь. Как бы, ну ты хочешь отделаться, что ли? Глеб, ну что ты вот, ну не говори ерунды. Скажу сразу. Бля, на самом деле я хотел так сказать, о господи. Бывает ли у вас такое, что у вас в голове заедает какая-то, ну, знаете, такая уебищная песня? Которая, ну, прям она конченая. Но она заедает у вас в голове. И вам этого не хочется, но это происходит. А эта песня, ну, она ублюдская, она конченая. Нет. Она вам не нравится, но, сука, в башке она играет. И ты не можешь никак этому противостоять. Она просто как какой-то паразит залезла в голову, блядь. Вот у меня почему-то уже несколько часов в голове играет песня. Я ебу собак. Всегда готов. Трахну сразу несколько котов. Да, я зафил, не говори. Лучше мне собаку подари. Вот эта хуйня у меня играет. Я уже заебался, блять, просто. Пиздец. Отвали, старый пень. Надеюсь, я вас не заразил. О, опять умерли, блин. Все? Отлично посидели. Надежда угрожает, кислота влить. Помогите, голос не слышу.